привет! Эт, Реборн! Ну, закуда вышел новый видосян, называется «Моя странная соседка по парте». И я прям капец как сильно удивляюсь людям, которые помнят свои школьные годы, потому что я помню какие-то, ну, общие моменты, там, например, то, что издевались надо мной, вот, и все. Какой-то конкретики я абсолютно не помню, а Закатун помнит про соседку по парте, видимо, помнит какие-то тоже вот ситуации, связанные с этим. А я, например, вообще ничего не помню. Но ролик давайте посмотрим. Думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Всем привет. Данный ролик сделан тремя кандидатами в команду аниматоров. Так что стили будут немного разниться. Это типа он ищет себе, что ли, аниматоров? Чтобы что, быстрее больше роликов делать? Я помечу их циферками, а вы после просмотра можете пройти в мой... Блин, он так что-то разговаривает, как-то странно, как будто бы... Не знаю, то ли ему скучно, то ли он стал, то ли еще что-то. Телеграм и проголосовать за понравившегося. Приятного просмотра. Это потому что типа только выступление только решил. Я уже рассказывал про свою первую любовь в детском садике, про похождения в школе. Теперь настала очередь поварского лицея. Тот период мне как раз исполнялось 18 лет, и я официально мог называть себя... Нифига себе он мачо. Мужчиной. Мужчина. Не помню, говорил или нет, но в лицее я тоже не был шибко популярным парнем. Как в социальном плане. Ну, жиза на самом деле у меня такая же. Так и в делах любовных. Согласен. Даже если я и нравился девчонкам, они все равно предпочитали со мной не общаться. Так. Почему? Я почему тогда думаю, что ты им нравился? Я был одним из тех, кого обычно называют неудачником. Да, жиза, у меня такая же фигня была. А это может быть заразным. Со мной разговаривали только в двух случаях. Во время перекличи. Если им что-то надо списать, клички, да? И когда нужно передать кому-нибудь записку. А, ну, либо так. Но обидно. Была у нас в группе одна девчонка, которая, так сказать, отличалась. Нет, она со мной не общалась. Она вообще ни с кем не общалась. Она всегда... Но зато она с тобой садилась, да, что-то она одета, как будто бы в тюрьме. Я ходила одна, постоянно в своем джинсовом костюме и короткой стрижке. Издалека смахивала на мальчика, но над ней не прикалывались, так как немного побаивались, да и... Почему, здоровая что ли была? Что уж греха таить, многие думали, что она, ну, по девочкам. Так вот, волею судеб, в один прекрасный день мы с ней оказались за одной партой. Ну-ка, ну, как бы, ладно, ничего страшного, за одну пару ничего. Ну и 100% ты и так по девочкам, так что ты заразишься. Это шутка, если чё. Чего не случится, думал я. Не произойдет же апокалипсис, после которого для... На безумный Макс приедет. Мне потребуется собственный бронеобмен. Кружок. И давай мотнём. И сырая объекта. Хорошая подводка была. Первую половину мы просто сидели молча, слушали учителя и делали записи. Но на второй половине началось нечто... Все-таки она не по девочкам, она по мальчикам, да? Странная. Ну-ка. Привет. Здорово, мы как бы с тобой сидим за одной партой, как бы до тебя 2 миллиметра, ты можешь это мне сказать вслух, я тебе отвечу, зачем писать записку, непонятно. Это было, мягко говоря, неожиданно. Я смутился, конечно, но пара все равно была скучной, да и невежливо просто молчать, поэтому я решил подыграть. Здравствуйте. Привет. Сейчас как-то быстро написала. Далее следовала целая беседа по переписке. Это какая-то странная, если честно, рисовка. Просто не... Первая была прям очень похожа на рисовку Закатуна, а это отличается. Ни о чем. Как дела, как погода, любимые носки, ну, обычные дела. Любимые носки, у кого-то есть любимые носки? Но в один момент прилетает записка со следующим содержимым. Ну-ка. Давай встречаться. Мы как бы с тобой... Не разговаривали никогда, кроме вот этой переписки. Может, сначала хотя бы поговорим, может, потом решим. Че он там выпил? Давай встречаться. Мое кофе-ё. Окей. Че, блять? Так от вопроса про любимого актера мы перешли к построению отношений. Не знаю. Я был... Да это на самом деле в забавно. В растерянности, то есть, ну что? Нет, она, конечно, тоже девчонка. И вроде даже... Тоже. На любителя, но, блин. А что надо показать? Типа, нету чего-то, да? Это было настолько неожиданно, что я просто растерялся. Жиза, я понимаю прекрасно. Дрожащими руками я написал первое, что пришло мне в голову. Нет. И отдал ей листочек с надеждой, что на этом все закончится. Извини, но у меня уже есть девушка, увы, но... Надеюсь, ты найдешь достойного человека и будешь с ним счастлива. Так, ладно. Так у него девушки не было. Извини, но у меня уже есть девушка. Увы. Но надеюсь, ты найдешь достойного человека и... Надо было сказать, я подумаю. Будешь с ним счастлива.
А она такая, да я же просто прикалываюсь, дебил. Я тебе нравлюсь. Да что с... Я сказал, у меня девушка есть, ты что докопалась, ты, я не понял. С тобой не так, женщина. Ну вот, что мне делать? Проигнорирую, обижу ее. Отвечу, что нет, тоже обижу. Блин, дурацкое хорошее воспитание. Окей. Жаза, понимаю, я бы тоже это типа, думал. И окей. О, напишем так. Ты симпатичная девчонка, но я верен своей девушке, извини. Ну все, на этом все точно должно быть кончено. А если вдруг ее не станет? Вот это уже страшно на самом деле. Звони в полицию. Блин, угораздило сесть за одну парту с маньячкой. Я бы написал, что мы... Ну, ничего, скоро уже звонок и конец страданий. Как еще 20 минут? Блин, себе. Что ответить? Может сказать, что живот болит и к доктору отпроситься. А для достоверности в штаны навалить. Мне кажется, после вот этих событий это 100% получится сделать. Не прокатит, блин, я в туалет не хочу. Короче. У меня бы на самом деле от переживания живота явно бы заболел. Мы с ней будем месть всегда. Месть. Как ее зовут? Не скажу. Нет, все. Извините, можно выйти? Это с какого-то аниме, правда, не помню с какого, да? Да, я решил просто сбежать. Моя нервная система не была готова к такому разговору. Боюсь, и дальше последовали бы вопросы. Ну, кстати, этот рисунок... Немного не хватает как будто кадров, потому что, мне кажется, что у Закутана это более такая плавная. Хоть и дерганная, но плавная. Но здесь как-то более дерганная. Ну, в первом, в принципе, такая же была. Но первый и третий нарисовали... Ну, прям очень похоже с Закутуном. У второго все-таки стиль отличается. Вопросы, где она живет, в какое время выходит из дома, есть ли телохранитель. А я не готов сесть за соучастие. Понимаю. Вернувшись в класс за 5 минут до звонка, я решил делать вид, что ничего не происходило и переписки вообще не было. Но меня переиграли и уничтожили. Ну-ка. Завтра тоже вместе сядем. Прошу, отпустите меня к маме. Услышав долгожданный звонок, я схватил все свои вещи. Ой, там был скала. Любезно с ней попрощался и побежал в сторону раздевалки. Нифига себе, это, по-моему, первый раз я его увидел без шапки. Чтобы первым взять свою куртку и отправиться домой до тех пор, пока она не попросилась со мной. Никогда в жизни не... Блин, а неужели она настолько стрёмная? Не думал, что буду бегать от девчонки. Обычно они от меня бегают. Но её странное поведение и маниакальная настойчивость не оставила мне выбора. Ну согласен, это как-то очень странно и страшно. Следующим утром я шел на занятия в предвкушении неловкого разговора. Она ушла? Она не пришла. С одной стороны, я был рад, с другой надеялся, что это не из-за меня. В будущем она, конечно, продолжила ходить. Мы делали вид, что этой переписки не было. Но некая напряженность между нами оставалась до самого выпускного. Если ты меня смотришь, прости, я был целым рассадником комплексов. Жиза, на самом деле, я бы, наверное, таким невозможно. Же был. Возможно, если бы сейчас это все повторилось... У нас бы все получилось. История пошла бы по совершенно другому сценарию. Прислал записку. Я найду тебя. Ой, блин, хорошо. Вообще, ролик очень классный получился. На самом деле, насколько я знаю, сейчас у Закутана жена есть, да? Вроде, если я не ошибаюсь. Ему записку типа опять прислали. Не, ролик офигенный и ржачный, и страшный, и в каких-то моментах, и я его прекрасно понимаю, я бы, скорее всего, тоже это застеснялся и сказал бы, отстань от меня, женщина, я не знаю, кто ты такая, и вообще, блин, маньячка, это странно. Но все равно, спасибо большое Закутуну за рассказ. Если вам понравилась моя реакция, то лайк, подписка, комментарий, не забывайте прожимать бубенчики, если интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн, спасибо за просмотр, пока!